Жизнь, короче, учит. Одна моя, короче, знакомая, там она актрисуля, и у нее детей много. В общем, они решили снять дачку. Дачку на лето, здесь изоляцию, со всеми делами. Опомнились там где-то они в апреле, сами понимаете, да? Вот, стали звонить там по объявлениям, по всем этим сайтам. Там то мы хотим только на год, а у меня семья большая, детей нарожали, аж четверо, кошмар. Вот, и, короче, они, значит, искали дом, чтобы там было как минимум 6 кроватей. Ну, блин, ну куда столько рожать, ну это же безумие. Вот, искали, значит, дом, короче, маленький не подходит, и там, чтобы горячая вода, естественно, была, там машинка стиральная, детей тоже денег, штанишки стирают. Вот, искали, но нет вариантов, все разобрали. Все втридорого, цены там в 2-3 раза просто повысились. Ну, просто капец. А, и, короче, искали, нашли вроде вариант. Все, слава богу. Едут, короче, туда, встречаются, вроде смотрят. Ну, так, дом, конечно, такой не новый, ну, за огромные деньги, ну, просто нет других вариантов. Но есть даже здание с бассейном. Первый раз посмотрели, все всем понравилось, договорились еще встречаться, чтобы там, короче, дом, там договор подписать, там залог оставили. Второй раз приехали, второй раз такая хозяйка вдруг заходит в бассейн и говорит: а вообще-то бассейн мы не сдаем. В смысле, что сразу нельзя было сказать? Ну, короче, ну, такая говорит: ладно, у вас дети, так уж и быть, купайтесь, мы не будем против. Но мы вообще здесь живем недалеко, в смысле недалеко, мы не снимаем дачу с хозяевами. Нет, мы вот здесь в гараже наверху, ну, мы будем просто за участком ухаживать, там эту травку подстригать, мы вам мешать вообще не будем. А вот, короче, подписывают договор, такая: дом, ну, говорит, дом еще не убрала, но я все уберу, скамеечку я с домом покрашу, стол приберу, короче, что еще там, окна помою, пыль вообще вытру, все уберу, все будет шикарно. Они на следующий день уже приезжают с вещами, короче, с детьми, ну куда уже, все уже приехали, просто полдома вывезли, сигарочки, ну, сами понимаете, там продукты, тарелки везли, одеяло, полотенце, все, и все это на эту огромную ораву. Короче, приезжают, а оказывается, по правилам, дом ты принимаешь, когда ты в него приезжаешь. Я, короче, это вообще не знала, мне даже в голову бы такое не пришло. Но, само собой, дом должен быть чистый, там готовый, что люди приедут чужие за деньги, за огромные. Вот, и, короче, подруга моя, актрисуля, она даже не догадалась, надо было все на видео снимать. Вот когда заходишь, дом принимаешь, или там квартиру, может быть, снимать, имейте в виду, все надо снимать, все. То есть каждый вот уголочек, вот сколечко есть на какой-нибудь тумбочке, там, понимаете? Плиточка где-то отходит, все надо снимать, все на видео, все фиксировать, пыль на окошечко, все. Короче, на следующий день там выяснилось, что там, оказывается, муравьишки бегают. Детям стали замечания делать, что они ходят по газону. Она говорит: ну, ходить, конечно, я разрешила, но не бегать же с мячиком. Не бегать с мячиком по газонам? Это что такое за новое правило, как бы, про которое никто вначале не говорил? Ой, дальше больше им обещали чайник электрический. Короче, с таким слоем накипи дали нормально. Ладно, дальше. Муравьишки, короче, бегают. Им купили средства от муравьев и предложили его самим оплатить и самим тратить за собственные же деньги. Ладно. Короче, запашок там еще оказался на первом этаже, как будто там просто дымили, не переставая. Дети, они проветривают целыми днями, мерзнут из-за этого, ну просто за свои же деньги. Такие понимают, что жить они здесь уже не хотят. Договор-то подписывали на все лето. Ну вот, короче, они думают изо дня в день, думают. Все, короче, больше там не могут, потому что хозяева под окнами шасть, туда-сюда ходят. Все что-то выспрашивают: а куда вы едете, а чего? А, еще, короче, она мне так что рассказала. Там, например, калитка не открывалась. Типа у нас после зимы она просела, не можем открыть. Поэтому дали ключик от ворот, а ворота только изнутри закрываются. Поэтому если вы хотите за ворота выйти, то вам как бы нужно, чтобы кто-то дома сидел. Все вместе вы гулять на улицу пойти не можете за ворота, только чтобы дом кто-то охранял. В общем, короче, они решили покинуть этот дом, нахрен эту дачу. Вот, ну, чем все закончилось? Жили они там 4,5 дня, ну, в общем, 4 суток, если они въехали в 12 часов, а выехали тоже в 12 часов. А заплатили как за 2 месяца. Хозяйка отказалась возвращать деньги, депозит и за первый месяц. Молодец!
находчивая тетенька. А потом стала предъявлять. Вот эта царапка здесь была, а вот это вот вы мне шторы поняли, а вот здесь вот пылюка. Вообще я вам кухню идеально чистую оставила, а вы ее за 4 дня ого-гошеньки как загадили. И дома была новенький у меня, хорошенький, прекрасненький, а вы такие-сякие. Слушайте, что потом было, это просто был какой-то ток-шоу, реально. Реальное ток-шоу. Приехали риэлторы, это моя подруженца приперлась. Ой, короче, они с ними разговаривать не хотят. По дорожкам убегают, двери закрывают, риэлторов из дверей выталкивают. Есть видеозапись, доказательства. Короче, если вы снимаете домишко какой-нибудь, дачку там или квартирку, фиксируйте все. Не важно, что вам стыдно, не важно, что вам как-то это неловко. Говорите, извините, так надо, чтобы потом были доказательства. Все снимайте, как кранчик работает. А то им предъявили, что они душек раскрутили и резиночку из крана выкинули, поэтому он течет. Это кому-нибудь в голову придет, семье с детьми за 4 дня резиночку выкидывать из крана, если он все хорошо работает. Это вообще что? Короче, делаем выводы. Снимаем все на видос, когда заходим в новое жилье, в котором потом собираемся жить. Вам пригодится. Я вот теперь знаю, что нужно делать. Вот.